Здравствуйте. Я хотела оставить отзыв об обучении школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова. Этот месяц очень прошел быстро, потому что он был очень насыщенным. Я просто счастлива, что я каким-то случайным образом попала на обучение. Но мы все знаем, да, что случайности не случайны. Это было великолепное обучение. За один месяц мы с нуля научились погружаться в гипноз, в транс, делать такие вещи, о которых можно сказать, можно только фантазировать или мечтать, или видеть в сказках. Обязательно хочу сказать несколько слов о кураторах. Это прекрасные люди, Александр и Инна. Они были с нами практически круглосуточно, проверяли наши задания, подбадривали нас, вдохновляли нас и отвечали на всякие уместные и неуместные вопросы. Это было классно. И делились своим опытом. Очень благодарны им. Но я думаю, что у Никиты Бурлакова иначе даже и быть не может. Никита, очень благодарю вас за вашу школу, за такое великолепное создание, где мы получили столько знаний. И это очень круто придумать такую программу. Казалось бы, что можно сделать за онлайн, за один месяц онлайн обучения. Оказалось, что это самый наилучший вариант. Я очень советую, всем рекомендую. Приходите, не сомневайтесь, это очень круто. Это очень продуманно, грамотно, талантливо. Здесь нет буквально ничего лишнего и ничего такого, чтобы вы не смогли бы освоить или чтобы мешало бы вам сделать, так как это онлайн, кто-то может так считает. На самом деле программа так построена, что именно онлайн это и есть ее плюс в обучении. И те, кто хочет попробовать себя, или те, кто давно ищет и не знает, куда пойти, идите именно в школу Никиты Бурлакова, потому что там создано все для того, чтобы вы овладели этим мастерством, мастерством слипера, гипнолога. Это чудесные инструменты для развития не только вас, но и окружающего вас пространства. Месяц был очень насыщенный, было очень много действий сделано, и не было времени отдыхать. Программа построена так, что мы сами хотели узнавать все больше и больше и делать задания, и это было настолько и эмоционально, и глубоко познанием. За какой-то месяц я узнала такой пласт знаний, возможно, который можно изучать годами. Те, кто думает, приходите, обучайтесь. За один месяц можно столько узнать, столько познать. И сейчас я понимаю, что это был только первый шаг, и открылась дверь в нечто очень огромное, необъятное. И я просто предвкушаю и ощущаю эту радость и волнение внутри, насколько еще возможно изменится моя жизнь, и что теперь еще возможно для меня, моего мира.